все действующие, в принципе, уже понимают те или иные задачи и цели, которые стоят перед компанией. Он понимает роль компании по отношению к нашей Якутии. Поэтому сегодня мы обсудили те или иные уже проблемы, которые есть и в самой компании, и в республике. И думаю, что разговор состоялся очень конструктивный, деловой и с конкретными договоренностями, с конкретными предложениями. И думаю, что дальше будем двигаться по тому же руслу.